Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале GadgetX. Защищенные смартфоны в ударопрочном корпусе из-за своих габаритов традиционно ассоциируются с кирпичами, которыми можно и орехи колоть, и в подворотнях обороняться от нуждающихся позвонить. Недавно Ulefone представила первый по заверению компании защищенный смартфон с изящным дизайном. Компания Ulefone опубликовала видео, в котором наглядно представлен дизайн нового Armor 5. Отличительной чертой аппарата стал 5,85-дюймовый дисплей с тонкими рамками и вырезом сверху под динамик, фронтальную камеру и датчики. Обратная сторона имеет зеркальную поверхность, выполненную по специальной технологии. Подобное дизайнерское решение крайне нетипично для брутальных ударопрочных смартфонов. О повышенной выживаемости напоминает разве что прорезиненный бампер по периметру корпуса. Кроме того, устройство надежно защищено от пыли и воды по стандарту IP68. Также известны подробности о технических характеристиках Ulefone Armor 5. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MT6763, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, а за безопасность данных отвечает сканер отпечатка пальцев и функция распознания лиц. NFC также есть. Ulefone Armor 5 продается по цене около $250. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписываемся на канал, если не подписаны. Ставим лайки и обязательно нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых выпусков!